Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте без лишних промедлений приступим. Я зачитаю и потом дам свои комментарии по этому поводу. И девушка ждет от вас тоже комментариев под видео. Галина, здравствуйте! Спасибо вам за отличный канал. Узнала о вас совсем недавно, даже не со всем материалом ознакомилась. Хочу рассказать вам свою историю. Возможно, вы сочтете ее интересной и когда-нибудь прокомментируете в одном из выпусков. В этом году летом я впервые побывала в Турции, много стран посетила, решила и сюда заглянуть. Были у меня некоторые предубеждения, слухи всякие, слышала про пользование женщинами, обманы и всякое такое, но я ехала не одна, с компанией для защиты, в кавычках, ничего не боялась. Буду краткой, страна мне очень понравилась, люди понравились, отдых удался, обязательно вернусь еще. Никаких романов я не заводила, конечно, потому что в принципе не рассматривала мусульманина в качестве мужа, а другие отношения мне не интересны. Вернувшись домой, я продолжала свою жизнь, женщина я свободная, периодически пользуюсь сайтом знакомств от скуки Tinder. У меня в профайле нет моих фото, стоит только одно на заставке, и то есть мультфильмом. Информации минимум, возраст, город, где живу. Иностранцев я всегда откидывала без лайков, но тут увидела, что симпатичного мужчины 33, мне 31, родом он из Турции, работает в моем городе, в профайле было написано, что он начинает новую жизнь здесь. Мы начали общаться, его манера общения мне очень понравилась, уже по переписке было очень весело, уважительно, никаких пошлостей. Он знает только турецкий, английский, по-русски знает только несколько слов, имеет высшее образование, 1,5 года в Москве. Отличный специалист, судя по всему. Инженером работает на стройке, я тоже инженер-конструктор. Пообщались с ним как коллеги, все сходится. Ему снимают хорошую квартиру в центре, ЗП доволен, как он сказал. Мы недолго переписывались и решили встретиться. На первой встрече мы гуляли по городу, было еще не холодно. При обилии кафе мы не зашли ни в одно. Мне неудобно было звать, а он и не звал. Ходили долго, общались, он лучше меня знает английский. Меня нисколько не смущало, что мы не сидим по ресторанам, так нравилось его общество. Когда я устала, то прервала встречу, и мы поехали по домам. Вторая встреча по его инициативе произошла довольно быстро, через пару дней. Я предложила сводить его, показать место, которое он не видел. Он вообще почти нигде не был, по его словам, только на Красной площади, да еще что-то незначительное. Я была на машине и предложила покатать его еще, он был очень рад, и я подумала, что тоже нравлюсь ему. Турок мой заметил на заднем сиденье детское кресло, я сказала ему, да, у меня есть ребенок, но я, конечно, не замужем. На лице у него появилась досада, как мне показалось, но он ничего не сказал. Стал спрашивать незначительные вопросы, ничего о его прошлом не спрашивал, не рассказывал. В общем, потом я спросила, проблема ли это для него. Он сказал, что сын мой еще маленький, это не проблема. Тут я поняла, если честно, что он хотел сказать этим, но переспрашивать не стала. Через какое-то приемлемое для меня время общения, мы общались каждый день в телефоне, еще несколько раз виделись, я сказала, что хочу попробовать то, что он готовит себе дома. Он любит готовить, но это был только предлог, конечно, с моей стороны. Я решила, что уже взрослая, но мне нравится, не хочу оттягивать то, чему быть, как я решила для себя. Он удивился, но, конечно, сказал, что угостит меня. Так я попала к нему в гости, откуда не ушла до утра. Он мне понравился еще больше, никакой наглости или распущенности от него не было вообще. Он сначала даже сидел немного поодаль от меня. После нашей встречи мы каждый день общались, встречались, еще все вроде бы было хорошо, но меня смущают некоторые вещи. Он за все время нашего общения, месяц, не подарил мне абсолютно ничего. Ни цветочка, ни конфетки. За билет, конечно, платил он, за еду в кафе тоже. Недорогие кафе и рестораны мы ходили. Недорогие кафе и в рестораны мы не ходили. Я думала, мне попался такой неправильный турок. Не тебе, ты любовь всей моей жизни, не тонны подарков. Общение его очень, знаете ли, такое, в рамках приличия. Он говорит мне комплименты, конечно, но не с восточным размахом, как я и ожидала. Как-то один вечер он не написал мне, на следующий день написал. Я попросила так больше не делать. Он извинился, сказал, что ему пара, а я его девушка и так далее. То есть, а недавно он весьма неудачно пошутил. У меня были критические дни. Я сказала ему, что в его выходной у нас ничего не получится. Он начал сначала молчал какое-то время, потом сказал, давай увидимся в следующий выходной. Я ужасно расстроилась. Но он сказал, что пошутил и не может не видеть меня так долго. Вот эта шутка мне ужасно не понравилась. Мы чуть не разругались. И вот настал этот выходной его. Я заставила его идти со мной в музей. Он 2 часа ходил за мной по музею. Наверняка ему было скучно, но он вид не подавал. А после пригласил меня в очень хороший турецкий ресторан. Мне очень понравилось. Я была удивлена. Наверное, называется он Босфор и находится на Арбате.
Потому что я тоже у него была, и мы с мужем часто там бываем, и я просто не знаю больше турецких, и он не знает турецких ресторанов в Москве, но Босфор на Арбате — это самый, наверное, культовый, старый, и там действительно настоящая турецкая кухня. Так, это отступление от меня уже, да? Так, я спросила его показать мне кимлик. Он показал сразу же, там почему-то не было надписи «женат» или «нет», обратной стороне. Иногда не бывает, там надо менять. Короче, не всегда пишут в кимлике, бывают ошибки и не меняют кимлик. Женат или не женат, свободен. Но еще при знакомстве говорил, что не женат. В общем, из плюсов с ним интересное общение, он сам мне нравится. А вот минусов-то побольше. Вот это очень, кстати, важно. Я подозреваю, что он жадный, или экономный, или бедный. Хотя он говорит мне, что копит на жилье свое. Он до сих пор не знаком с моим ребенком. На время наших свиданий его либо забирает папа, либо остается с моей мамой. И не появляется инициативы в этом. Как-то не касается даже этого вопроса. Ему что, неинтересно? На мой вопрос о том, каким он видит будущее, говорит, что я люблю далеко планировать, а он живет настоящим. Это мы подчеркиваем, это очень важно. Мы знакомы месяц, может, давлю на него? Или я для него просто развлечение, командировочная жена, как мне это понять? Я спросила, что будет делать, когда контракт его закончится через 1,5 года. Он ничего толкового не сказал. Что-то, мол, планируется остаться как-то. Отшутился, что, мол, я найду ему работу и все такое. Я даже также сказала, что я не хочу, чтобы обманывали мои чувства, ради интима водили за нос. Он тоже вроде как отшутился, сказал, что он никто этого не хочет, это нормально, он сам тоже не хочет. У него дома два больших учебника по русскому языку, грамматика, еще какой-то со словами. Наверное, для командировочного это не обязательно, работает со своими, с турками. Я еще узнала, что он вроде бедный, его родители живут на съемном жилье в городе Трабзон, они все оттуда, брат тоже на съемном с женой, он говорит, что хочет купить там дом, показывала мне вариант, но этого ничего не значит, переезд-то я не планирую туда. Наверное, прошло еще очень мало времени, но мне все же хочется взять взгляд со стороны, обманываю я себя или нужно дождаться, посмотреть его подольше. Господи, тут очень много на что можно обратить внимание, я постараюсь что-то не упустить, но вы очень классно подмечиваете. Кто в таких подобных ситуациях не знает, как себя решать в своей жизни, не только в отношениях? Отличный способ, плюсы и минусы. Реально, садитесь, пишите список плюсы и минус какой-либо ситуации. Как девушка сама говорит, минусов больше. Это уже говорит о том, что вы идете на какой-то компромисс с собой, с чем-то себя ущемляете. Эти отношения, хоть и не долгосрочные, вам супер удовольствия не доставляют. На что-то даете скидку и на что-то вам приходится закрывать глаза. И как показывает практика, здесь вы пишете на очень большие вещи. Обратите на это внимание. По поводу ребенка, я вообще прекрасно вижу этого человека. Да, он не планирует будущего с вами. Он сам не знает, чего он хочет. Но он хочет купить дом у себя на родине. Он будет возвращаться к себе домой, когда закончится контракт. Вам ничего внятного не сказал, дабы вас не обманывать, скорее всего. Он не может вам сказать правду. Он для вас не открывается. Он хоть и называет вас «моя девушка», но он не планирует, не видит вас, скорее всего, матерью своих детей, своей женой. Потому что дело-то не в том, что можно наврать. А некоторые врут, обманывают и красивые слова высокопарные, да, говорят. Некоторые типа скрытные и не говорят ничего, но при этом любят. Но в его действии ничего нет. Вы, скорее всего, вот в Тиндере он общался не только с вами. Вы, да, стали его девушкой. Возможно, он ни с кем параллельно не ведет переписок, не общается. Но вы у него явно не первая девушка в России. И он уже такой походивший, скажем так, уже посмотревший. И каждый второй встречный поперечный он не открывается. Не потому, что у него ранимая душа. И он весь такой одухотворенный. Он ищет ту единственную. Да нифига. Он устал просто. Он просто устал. Он сейчас хочет удачно начать просто спокойные отношения. Удачно пристроить свой зад, где его поводят по музеям. Где ему, простите, с ним лягут в постель. Ему удобно. А когда закончится контракт через 1,5 года, он встанет и уйдет, к сожалению. Потому что, когда человек тебе нравится, когда ты с ним начинаешь морально уже, да, вступая в отношения, строить планы на будущее. В общем, понимаете, дело даже не в месяце, да, можно придраться к тому, что отношения короткие. Но когда у тебя просто есть заинтересованность, влюбленность, тебе этот месяц кажется как год. Ты влюблен в человека. Я вижу, что он не влюблен. Да, вы где-то на него давите. Вы где-то из него выжимаете то, что вы хотите. Он вам дает то, что вы хотите, то, что вы из него выжимаете, потому что вам просто удобно. Может быть, у него есть, конечно, скажем так, это не чисто скотское какое-то животное чувство, что он с вами просто из выгоды какой-то, он нехороший такой, и просто вами пользуется. Отчасти это так и есть. Возможно, у него, конечно, есть симпатия к вам. Поэтому просто он был интима с вами кого-то не хотел, правильно? Вы располагаете. Вы ему приятны.
Но я просто пунктик вот с того, что вы написали первое. Это несерьезные отношения на, может быть, год-полтора будут. Но когда закончится контракт, он встанет и уйдет. Он уйдет к себе домой, уедет и купит там дом. Второе, да, он экономный, он экономит деньги, складывает их на дом, потому что у них семья нуждающаяся. Если вы не планируете туда переезжать, вы хотите кого-то с ним будущего и прочего, чем он вас там кормить будет? Иностранная жена – это дорого. У вас есть еще плюс ребенок. Это и школы, документы, переезды. Это нормальная, на все, которое согласно с достойным уровнем жизни, иностранная жена для турка, это не так выгодно, как жена турчанка из своего же социального слоя. Если турок среднего, скажем так, социальной прослойки выбирает себе жену иностранку, которая не лыком шита и не за кровь, за хлеб готова с ним там жить, а достойные ей условия нормальные нужны, это как выбрать себе жену турчанку социального слоя повыше, потому что трат очень много, поверьте. И это не экономный вариант. То есть я вам вообще этого даже не рассматриваю. Но если вы так об этом фантазировали, вот я вам поясняю. А по поводу не вкладывается вас. Ну, он экономит денежку, и он не вкладывается, потому что у него нет для этого интереса. У него нет вот этого внутри огонька, влюбленности, азарта, удивлять, покорять, завоевывать. Это не та любовь, это не любовь. Это симпатия. Вы приятны, с вами очень хорошо, с вами комфортно и удобно. Но вы хотите в этих отношениях больше, чем он. Это факт. Потому что мужчина, который влюблен, которого вот этот драйв есть отношений, влюбленности, его ничего не остановит. Нет никаких оправданий его скупости, нежелания тратиться на женщину или еще что-то. Это предыдущий опыт, он уже, простите его, не обижая вашего мужчину, он нормально погулял, потаскался по женщинам. У него уже есть опыт в этом. И он понимает, что не надо на всех много тратить денег. Потому что наши женщины и так легко на многое соглашаются, без особых трат. Он эту теорию уже хорошо, скажем так, прохавал, он всю эту линию всю понял. Поэтому у него такое поведение. Я что посоветую от себя, да? Я не буду всякие аспекты. Вы очень правильно все многое анализируете, вы на правильном направлении, вы все видите. Но желание и влюбленности, желание какое-то, да, оно, вот эта затуманенность вашего рассудка, она в чем-то вас ведет немножко неправильно. Но здравый смысл в ваших словах, вы анализируете, вы понимаете, минусов больше. Он, у него такие-то, такие-то минусы, вы это все видите. Но влюбленность какая-то, желание любить, на его месте просто мог быть любой другой мужчина. Не обязательно турок, мог быть и мужчина из вашего города. А вот минусов у вас получается гораздо больше. Я не хочу, чтобы обманывали мои чувства. Ради интима водили за нос. Он тоже вроде как отшутился. Вот эта вот ситуация ваша, конфликта, как бы отшутился. Он отшутился. Он не упал там в ноги и говорил, да, блин, извини, мы не допоняли друг друга. Он не пытался, он отшутился. Вот вы сами все прекрасно понимаете. Он просто отшутился. Чтобы не было, чтобы не потерять, ему просто удобно. У него типа есть два учебника по русскому языку, он будет учить, но сейчас он ничего не учит. Но это игра в отношения с его стороны. Вы эту игру чувствуете, фальшь. Вот это вас и настораживает. Я не говорю о том, что не терять время, но я будущего пока что не вижу. И, не, скорее всего, с ним не будет. Да, это трата времени на 1,5 года, скорее всего. Но эти 1,5 года вам могут быть приятны, вас. Хотя что он вам дает? Только, простите, секс он вам дает, внимание мужское, но не в полной мере подарков он вам внимания не дает, никуда вас там особо нет. Вы инициатор встреч, вы инициатор, вы мотор в этих отношениях. Вот взвесив плюсы и минусы, я вам советую сесть и подумать, мне приятно такое отношение к себе. Я хочу на это глаза закрывать. Потому что вот в данный момент у вас борется здравый смысл, логика. Вы все прекрасно видите, понимаете. И желание любить и влюбленности. Но это не тот мужчина, которому нужно давать свою ласку, заботу, чтобы потом не сказать, он меня обманул. Вы сейчас на той грани, ваш здравый смысл вам подсказывает. Ты готова обманываться. Ты готова закрывать на что-то глаза. Ты ищешь ему оправданий. Вот я, это вот мой взгляд со стороны. И вот сейчас вы, когда ваш здравый смысл внутри себя это говорит, я это подтверждаю. Вы должны сесть и подумать, ощутить для себя, насколько мне это приятно и насколько мне будет больно, например, через 1,5 года остаться одной. Он все-таки уедет, скорее всего, если у него не продлится контракт. Так что либо ваши отношения, скорее всего, вы просто заколупаетесь уже через полгода. Вот это быть мотором, движником, и вы поймете, что мужчине от вас особо ничего не надо. Он просто приятно проводит время.
И вы просто сами все это перестанете быть мотором, отношения сойдут на нет, либо он, как многие герои в кавычках, найдет повод расстаться, поругаться и сойти, слезть с этих отношений, съехать. Девочки, пишите в комментариях, согласны ли вы с моим вердиктом, моим комментарием. Не будьте очень грубыми, поддержите все-таки девушку. Каждый может оказаться в такой ситуации, а я вам советую, девочки, неважно, иностранец или мужчина из вашей страны кто-то, не забывайте о том, что нужно любить себя, не наступайте на горло своим каким-то предчувствием, догадкам и здравому смыслу и не закрывайте глаза на косяки какие-то и откровенное, неприятное какое-то отношение мужчины к вам. Оно того не стоит. Просто пока рядом с вами человек не ваш, который ваш пройдет мимо, и вы упустите шанс быть счастливой. Вот что я хочу донести. Не бойтесь расставаться, прерывать отношения. Главное – уважение, забота и любовь в отношениях. И вы этого достойны. Помните об этом. Спасибо за внимание. Всем пока.